Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели профилактическую беседу с посетителями одного из автосалонов в рамках социального раунда «Некуда спешить». Им напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, особенно скоростного режима. Как отметили автоинспекторы, важно правильно выбирать скорость в зависимости от окружающих условий и избегать опасных маневров. Всем участникам акции вручили тематические листовки.